довольно давно проводим семинары для государственных служащих о том, какую пользу они для себя могут извлечь, практическую пользу могут извлечь для себя из интернета. Как они могут оптимизировать процесс общения с гражданами при помощи интернет-технологий, социальных сетей, видеопорталов, блогов, использование тех же самых открытых данных, стимулирование создания социальных приложений на базе открытых данных. У нас довольно большой опыт работы такого плана, и сейчас мы будем делать это вот системно, уже вовлеченно в регионе. Мы надеемся, что это, естественно, скажется на, прежде всего, на качестве жизни, поскольку когда граждане, с одной стороны, граждане понимают, где им искать информацию, с другой стороны, государственные служащие понимают, как эту информацию размещать так, чтобы ее можно было найти, понимают, что люди прежде всего ищут в интернете, а, естественно, как вы понимаете, учитывая, что мы занимаемся обработкой информации уже 15 лет, мы понимаем, как, в принципе, люди ведут себя в интернете и зачем они туда приходят. И мы можем помочь государственным служащим, госучреждениям, местной администрации, местным министерствам образования, здравоохранения, таким образом расположить информацию, чтобы люди удовлетворяли свои потребности, не испытывая какой-то неудовлетворенности, тревожности из-за того, что они не могут что-то найти.